Здравствуйте, котятки! Сегодня мы с вами будем изучать материки. Всего на планете 6 материков. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. Самый большой материк – Евразия. Самый маленький – Австралия. Домашнее задание – сделать доклад об одном из материков. Мамочка, мне срочно нужен глобус. Срочно? Я сейчас закончу, и мы с тобой посмотрим что-нибудь в интернет-магазине. Ладно, я пока посчитаю, сколько у меня денег в копилке. Хочу самый лучший. Все, я определился. Вот этот берем. Компотик, какой-то он дорогой. На такой мне не жалко. Решено. Ну хорошо. Все, скорее сюда. Если он тебе надоест, он будет прекрасно смотреться у меня в кабинете. Теперь одно удовольствие учить географию. Красавец. Так, к доске пойдет компотик. Я выбрал самый маленький материк – Австралия. Он находится вот здесь. На гербе Австралии изображены кенгуру и страус Эму. Столица Австралии – Канберра. В Австралии есть не только солнечное побережье, но и горы, и там выпадает снег. А деньги в Австралии не бумажные, а пластиковые. Молодец, компотик! Очень познавательно! Оценка отлично! Присаживайся! Ну что, продолжаем, котятки! Так, перемена, на следующем уроке продолжим. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!